Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze and Games, у нас Звездные войны, Галактика Героев, и у нас Великая Арена, второй раунд второго этапа. Я не буду темнить, не буду вот этого вот все. Почему? Потому что прошлую защиту ты видел, я сейчас просто поясню план, какой хотели, опять же, провернуть с Владом Art of War. Он мне помогал с выставлением обороны, но, к сожалению, он не сработал. Человек Мартин Рэй оказался либо очень везучим, либо очень грамотным игроком, что приветствуется в любом случае, и закрыл нас целиком и полностью. Самое для меня, что осталось загадкой, мы потом посмотрим по истории, то, что он забрал все с первого раза, понимаешь? При этом он не использовал абсолютно нигде легенд. Что меня немножко настораживает, с одной стороны, ведь если зайти к нему в склад, то мы не увидим ни одного персонажа, который бы не то чтобы обгонял, а который бы был близко хотя бы по скорости к древу. Но вообще древо на кто может забрать с первого раза? Только зеркало. Но у него зеркало слабее намного. У него древо в третьей реликвии. Скорость на 100 меньше, Бастилла Шан в первой реликвии скорость тоже порядка 100 меньше, ну не на 100, а наверное на 80 скорость меньше. Малок у него второй реликвии, у меня в седьмой, то есть он тоже по всем фронтам слабее, но при этом он зачистил. Скорее всего это было сделано древан паком, потому что зачищать больше за один заход мой древан пак просто-напросто некем. Понимаешь? И легенды у него все в защите стоят. То есть вот раз легенда, вот, пожалуйста, вторая легенда. Вот они, две легенды. Я, конечно, сейчас проатакую его четыре пачки, которые я могу забрать. То есть это жуки, эвоки, фениксы и немножко джедаев. Но ты прекрасно понимаешь, что это не имеет никакого смысла. Это нам абсолютно ничего не дает, кроме как немножко просто лишних стягов заполучить, так сказать. А по большому счету это в любом случае абзац, пипец, я уже не знаю что, в любом случае это слив по всем фронтам, то есть здесь у нас вариантов не было. Изначально, в принципе, было все достаточно сложно в том плане, что соперник для моего уровня прокачки очень сложный, очень тяжелый и практически непроходим. Если с одной легендой еще можно что-то придумать, то когда легенды две, здесь уже как бы особо не имеет смысла крутиться. Расчет был каков, что он не забирает древан пак снизу и не забирает как любой из выставленных паков сверху. Вот и все. То есть что он заберет только 4 пачки сверху и снизу, и мы заберем также 4, но мы сделаем просто-напросто это чище, потому что по всей аналитике у него в защите стоят говно. Ну ты прекрасно видишь, что кроме легенд здесь в принципе-то больше ничего нету. Вот, на это и был расчет, но, к сожалению, расчет оказался просчетом, он нас зачистил. Меня интересует только один вопрос, а каким образом он это сделал? То есть мне очень хочется посмотреть на историю. История появится только после третьего раунда, по-моему, как заканчивается третий этап, так сразу же появится история. Мы обязательно на нее взглянем, обязательно рассмотрим, что, где, как и почему. И, ну и, в принципе, посмотрим, что, где, как и почему, потому что мне реально очень интересно. Очень сильный соперник, проиграть такому сопернику не стыдно. К этому я был готов, но знаешь, в душе всегда вот такой вот остается маленькая нотка, как бы тебе сказать, надежды, что ли, неугасающей, которая, ну блин, ну вот сейчас, ну вот сейчас. Но потом, когда ты заходишь на Великую Арену и видишь, что уже все, как бы приехали, приплыли, ты и все, и сразу становится не очень-то весело. Но опять же, экшон должен быть, вот тебе, пожалуйста, экшон. Подъехал. Давай мы возьмем сюда Бастилу, почему бы и нет, просто чтобы стяги не терять, там уже в рот компот. На легенду нам идти, к сожалению, некем. Вообще мой изначальный план был бы другим. Я хотел проставиться, в принципе, точно так же, за исключением того, что я бы не ставил всю силу прям в защиту. Я бы поставил только древан пак. И надеялся бы на то, что он не пройдет низ.
Вот. И закрывать легенду Рэй. Легенду Рэй, в принципе, за два захода я могу закрыть, это не проблема. Но опять же, этот бы план не сработал, в том плане, что он в любом случае закрыл целиком и полностью. То есть, независимо от того, что бы я поставил, он в любом случае закрывал бы. Поэтому и мой план провалился, и план Влада пойти ва-банк точно так же провалился, к сожалению. Влад здесь ни в чем не виноват. Это просто-напросто соперник сильнее. Просто сильнее. С этим ничего я, к сожалению, поделать не могу. И не получилось у нас доказать, что тактика сильнее склада, так сказать. Ну, здесь на самом деле особо мне ничего не сказать. У него и склад сильнее, понимаешь? То есть у него, учитывая, что ГМ меньше на 200 тысяч, у него больше реликов, у него две легенды. То есть, понимаешь, здесь как бы, ну, не так, не сяк. И то мне еще кажется, что у него скоро третья легенда будет. Вполне вероятно, что он будет выходить на легенду, скажи мне, я тебе скажу, на легенду Палпатина. Он, скорее всего, пойдет. Так, Палыч есть, это туда-сюда. Кто у него тут еще есть в 7 звездах? Давай смотреть. Дуку 7 звезд есть. Таркин 7 звезд есть. Сидиус есть. Вирс есть. Траун есть. Мол есть. Старк имеется. Где Пиет? Пиет. Мародер имеется. Стражник имеется. Вот только Креника, получается, нету в 7 звезд. И вот только Креника, получается, в 7 звездах нет. То есть, скорее всего, вполне вероятно, что следующая у него легенда будет как раз-таки легенда Палпатин. Вот. Потому что вампы у него, как я понимаю, вроде как нету. Давай посмотрим. Вампа. Нету. Отшельник. Отшельник есть, но в 5 звездах только. Нет, скорее всего, это будет легенда Палпатин. Ну, я могу что сказать. Немножко расстроен, конечно, но это было предсказуемо. Пожелаю ему удачи. И хочу очень надеяться, что у нас в соперниках будет не Алан. Потому что если у нас в соперниках будет Алан, то это будет сложно. Хотя, опять же, нет, пусть будет Алан. Серьезно, пусть будет лучше сложно, пусть лучше я проиграю, но зато это будет интересно. Потому что если будет Квинни Восс, то мы его вполне вероятно победим. У него, конечно, тоже реликвий немало, но это не тот соперник, с которым я бы хотел встретиться. Вот. А Алан у нас, кстати, занимает 4-е место в текущем чемпионате. Мартин Рэй на данном этапе 49-е, но я думаю, что он вырвется на хорошие места. Так, что у нас по легендам? По легенде у нас чуть-чуть все продвигается. Вот тебе, пожалуйста, события. Вот, пожалуйста, 80 купонов. Вот тебе, пожалуйста, возможные награды. Мы можем их еще использовать. У нас есть 80 до 80. Это либо 60 и 15. А, подожди. Мы можем, в принципе, сейчас младшие территории позакрывать. Или пойти сразу на 60. А потом на первую, куда мы с тобой не ходили. Потому что на вторую мы вроде как уже ходили. Да, мы уже ходили вроде как на вторую. Ну пошли тогда на третью, потом на первую сгоняем. Че по модулям? Че по модулям хорошо. И здесь у нас с прошлой серии, по-моему, осталась эффективность 124. Мне почему-то казалось, что было 130 чем-то, да? Ну где-то я просмотрел. Ладно, хорошо, поехали. Поехали, почему бы и нет. Кстати, да, я думал, что попытки сбрасываются после... Ну, вообще, в принципе, каждый день сбрасываются попытки. Но оказывается, что попытки не сбрасываются. То есть, вот я могу их определенное количество раз пройти, и все. И на этом попытки прохождения какие-либо заканчиваются. Хреново, что я тебе могу сказать. Это, конечно, плохо, но... Мы с этим справимся. Поэтому, в любом случае, нам придется проходить также и... Скажи мне, я тебе скажу и первую категорию, к сожалению. Вот сейчас мы ее, возможно, и пройдем. Да. А сейчас, юный Скайуокер, ты умрешь. Давай будем пробовать. Сейчас у нас на 20% больше эффективность. Посмотрим, как у нас ошеломление сейчас будет ложиться. Никак, сопротивление. Вот теперь понеслось. Еще немножечко. Ой, больно, прекрати. Перестань. Все, он сейчас проиграет. Все, он проиграл. Его просто-напросто добило не потрясение, а кто оно называет? Блин, я... или потрясение. Потрясение, да. Ошеломление это завитушечка, потрясение это молния. Вот так вот я запоминаю. Прям как в первом классе.
Хорошо. Это у нас что? Это у нас еще плюс 50. Итого у меня получается 200-235 вроде как осколков должно быть, да? Победа, естественно. Это само собой. Покажи мне. Плюс 50. И все. Все, то есть третью категорию я фармить больше не могу. У меня остается вторая категория и первая категория. По осколкам у меня сейчас 235, да, все красиво. Пойдем мы тогда соберем категорию, которая за 15. Сидиус, смотрим, у нас скорость и эффективность, по-моему, так и надо было. Блин, я не помню, слушай, ну пойдем в любом случае завалимся сюда. Окей, отлично, хорошо. Ай да да. Читали мы вас уже, все знаем. Давай, на тебе по толпе. Так, неплохо, неплохо. Хорошо, не надо. Прекрати. Так, язва есть здесь, язва есть здесь. Не знаю, кого даже долбить. Давай попробуем сюда. Кстати, он не умер, а я рассчитывал, что он помрет. Больше язвы нигде нет, но давай этого добьем. Он сейчас сам умрет, должен умереть за свой ход. Есть, отлично. Теперь давай, наверное, сюда. Слушай, в первый раз я заходил, но они как-то это пободрее умерли. В смысле? Блять, 15 купонов просрал, серьезно? 15 купонов. Бля. Первый раз, кстати, проиграл. Что вполне, как бы, немножко непонятно. Я вспомнил, я же модули с него, сет-то тот же остался, а модули-то я с него снял же. Я ж на Палпатина, по-моему, поставил. Здесь у меня треугольник, так, это правильно. Слушай, все правильно. Круг здоровья, крест эффективность. Треугольник крит шанс. Крит урон, точнее. А надо было просто, наверное, получше модули. Надо было реально снять, наверное, модули. Опять же, у меня с кого снимать? С Палпатина. Там нечего особо снимать, если честно. А какие я модули-то ставил? Нет, слушай, он в этих модулях у меня и выступал. Я этими модулями проходил, а почему сейчас не пошло? Не пошло, не зашло. Но это плохо, конечно. Это в любом случае плохо. Я просрал 15 купонов. Это очень хреново. Но учитывая, что сейчас у нас что? Воскресенье. Воскресенье. У меня еще есть время. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Пятница. У меня есть ровно 5 дней для того, чтобы добить. В принципе, я думаю, что мы добьем и так, и так. У меня осталось 840 кристаллов, плюс завтра 400 туда-сюда, 1200, 150 плюс 300 это 450, 1050 кристаллов у меня будет, мы купим, получается 1000 с чем-то, нет, сейчас я тебе скажу, энки сколько мы купим, так, 120 плюс 120 плюс 120. Это если по 50, то есть это 360 умножить на 3. 1080 энки. 1080 энки купим. Получается, я завтра покупаю, даже сегодня вечером, 1080 энки. Это мне хватит примерно на около 60 купонов. То есть это я вторую категорию смогу пройти еще один раз. Один раз это получается 265. 265. Второй раз это получится 295. Подожди, а у меня не получается. Если я могу каждую категорию пройти по 3 раза. Первую я проходил уже один раз, то есть остается 2 раза, это только 20. И вторую я проходил 2 раза, это остается одна категория, 25, это 45. 45 плюс 235, это получается сколько? 280? А где еще 50 тогда брать? Ну, сейчас что-то не понял. Либо эти категории можно проходить больше раз.
Напиши в комментариях. Я что-то совершенно забыл, потому что не забыл, а не знал. Вторую категорию я проходил 2 раза, первую категорию я прошел 1 раз. Третьей категории уже ничего, как бы, все, уже ничего не дают. То есть где мне брать остальные-то осколки? Непонятно. Ладушки. Вот такое вот коротенькое видео у нас получилось. Встретимся уже, получается, завтра или послезавтра. Поэтому, если интересен, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях. Ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И да пребудет с нами сила.